Всех приветствую. Сегодня видео хочу снять о том, как все-таки правильно устанавливать поршневые кольца. И думаю, этот вопрос задавали себе многие, когда собирали свою технику. Итак, ну я так же, как и все, ну мне интересно было, перелопать весь интернет, смотрел все видео, и ни в одном видео не нашел правильного решения. Вот тупо ни в одном, весь интернет перелопатил. Ну интересно было. Итак, ну все, что вы там смотрели, делали, это было все, грубо говоря, неправильно. Потому что... Итак, ну я сейчас буду объяснять, почему. Сегодня пойдет речь о четырехтактном двигателе. Ну, данный двигатель... это 177 мм двигатель китайский, четырехтактник. Вот, 250-ка. Ну, именно речь о том, что это, ну, четырехтактный двигатель, не двухтактник. Вот, также можете собирать данную компоновку колец, ну, у нас, ну, вообще правильно собирается на всех двигателях четырехтактных данным образом. Итак, какие были ошибки в интернете я видел? То, что ставили чаще всего массосъемные кольца, неправильно. Ну, в основном, как бы по порядку ставят правильно кольца, ну, допустим, серое, черное, чугунное, ну и тому подобное. Но в основном все их ставят вверх ногами почему-то. Данному объяснению, ну, есть много литературы, можете почитать там, как работают кольца. Вот, это уже, ну, будет слишком долго объяснять. Вкратце объясню, просто чтобы посмотрели видео, собрали мотор и поехали. Вот, с чего мы начнем? Мы начинаем установку с массосъемных колец. Итак, вот это будет сейчас самое долгое. Так, как... Вот так вот я сейчас, если разложил кольца, вы можете увидеть... Почему именно так я разложил? Ну, это вот тонкое массосъемное кольцо. Ну, тут надо наборное. А не наоборот. Можно ведь поменять. Также можно перевернуть. Вот. На самом деле нет. Всего есть, ну, свое правильное положение. Итак, смотрим. Допустим, берем массосъемное кольцо первое. И сжимаем его. Видим, куда оно жмется? Оттопыривается. Кто-то говорил, можно поменять пальцы, можно поменять руку. Ну вот, я думаю, все в одном кадре делаю, меняю руку. Оно постоянно, ну, давится в одном и том же. Ну, через раз бывает там в другую сторону, но в основном всегда в одну и ту же сторону. Вот так вот мы ложим, ну вот, к низу, видите, оно оттопыривается. Оно должно смотреть вниз. Потом у нас идет, так скажем, сепаратор. Ну, он там называется своим словом. Пусть у нас будет сепаратор. Вот. И второе массосъемное колечко. Также проверяем. Оно у нас, видите, оттопыривается вверх. Вот так вот устанавливается весь этот бутерброд правильным образом. Почему именно так, я сейчас вам объясню. Берем маркер и начинаем описывать. Допустим, рисуем поршень. Юбка. Тут у нас кромка. Массосъемное будет. Потом компрессионное кольцо и еще одно компрессионное. Ну и тому подобное. Вот, да? Осевая линия там. Кому как удобно. Вот, данное кольцо массосъемное. Верхнее. Так, у нас здесь этот рисунок. Ну, на этом данном рисунке поршень движется вниз. Вот. Так, объясняю. Почему кольцо должно смотреть зонтом вниз? Когда поршень... наш опускается, данное колечко имеет свойство изгибаться вот так. Тут у нас идет стенка цилиндра, ну, типовой зазор. Данное верхнее кольцо у нас должно оставаться прямым, чтобы снимать масло. А это как бы... так, еще раз объясняю. Ну вот, да, это кольцо у нас загибается, тем самым пропускает какое-то количество масла, ну и дает забор масла. Тут у нас есть отверстие, видите, в поршне для стока масла. Одни снизу, кромки колец, сейчас фокус, одно внутри. Так, оно у нас что-то не фокусируется. Такая у нас камера, не сверх супер. Вот, видите, тут внизу есть отверстие, ну вот, на кромке и внутри, в пазике. Вот это кольцо работает данным образом. Вот это отверстие, вот здесь, масло сгоняется. Вот это кольцо у нас собирает остатки масла, которые прошли здесь. Не дает. В это отверстие тем самым сгоняет.
Думаю, вы поняли, да? Теперь рассмотрим другую позицию. Когда у нас поршень движется вверх. Когда у нас поршень движется вверх, я буду рисовать только массосъемную кромку и стенки. У нас происходит все иным образом, я думаю, вы уже догадались. Это кольцо выпрямляется на сверхбольших оборотах, это имеет вот такой скос. Ну и здесь данный сепаратор массосъемный. Вот, также, как бы оставляя, ну, как бы смазку, получается, если, ну, оно будет ровно, но будет, в общем-то, короче, я вырежу этот момент. Вот. В общем, вот так вот правильно устанавливать. Долго объяснять. Просто делайте так. Далее мы устанавливаем на поршень черное кольцо. Это у нас чугунное кольцо. Сверху идет стальное, легированное, так скажем, хром, молибден, там и все такое в нем присутствует. Можете также более глубоко, если вам интересно, почитать. Вот. Как устанавливать эти кольца? На них имеется маркировка. Кто-то там говорит, топовые кольца ставлю и тому подобное. Это не есть правильно. Топ это означает вверх, топ-1 бывает, топ-2 маркировка. На данном случае у нас маркировка RRN. Ну и тут все такое. Первое у нас идет R маркировка. Нижнее кольцо RN ставится маркировка вверх обязательно, не вниз, а вверх. Это имеет большое значение в работе двигателя. Вот. Дальше. Еще какие нюансы при установке колец. Также идет... Есть такой нюанс, как разводка колец. Чаще всего разводят кольца на 120 градусов, 180 градусов и тому подобное. Я привожу фотографию. Важным фактором является такой нюанс, как разводка колец. Каждый производитель описывает, ну, этот как бы процесс по-разному. У кого-то угол 180 градусов, у кого-то 120 градусов и тому подобное. Это тоже следует учитывать. Это влияет как на ресурс, как на работу двигателя, ну и тому подобное. Вот. Ну, я думаю, вы поняли, да, о чем я, про разводку колец. Чтобы замки колец, ну, не совпадали в одном месте. Допустим, вот видно, да, где возле холодильника поршня. Кто-то ставит, ну, там, на 180 градусов. Там, 120, 40, 30. Можно и так поставить. Но ни в коем случае, чтобы все замки не совпадали в одном месте. И вот так тоже неправильно ставить. Чтобы замки не были на самой такой кромке. Потому что это влияет очень сильно на ресурс. Это долго объяснять. Если хотите, пишите комментарий, я объясню почему. Вот. И, ну, показать, наверное, да, как одевать кольца. Я думаю, ну, все знают, как одевать. Ну, одной рукой неудобно. Но все-таки мы попробуем. Одевается сначала тоненькое массосъемное колечко. Да, очень неудобно. Сейчас... Думаю, справимся. В общем, третье. Одно кольцо одевается. Одной рукой даже можно справиться. Затем устанавливается наш сепаратор. Почему-то мне нравится его так называть. Как в подшипниках. Бляха-муха. Все сделал неправильно. Также... Могу объяснить, ну, так же. Блять, стоп, вырезать нахуй. Также порядок установки колец. Сначала мы устанавливаем сепаратор массосъемного кольца. Да? Вот тут у нас, смотрите, чтобы замок... Замок, чтобы был просто... Не внахлёст они стояли, а, ну, рядышком. Думаю, видно, да?
просто рядышком. Так, затем устанавливается одно нижнее, верхнее, потом идет черное колечко, ставим и серое. Вот наш старый поршенек. Думаю, вы уже увидели в предыдущих видео. Наш старый поршенек. Итак, также, кстати, знаете, чтобы вы не говорили, что я там вру и тому подобное. Ну, даже чисто для меня эксперимент будет. Вот наш старый поршень, компрессионные кольца я снимал. А маслосъемные я еще не трогал кольца, кстати. Ну, реально, я их не снимал. Двигатель был, ну, как сказать, не сказать новым, но он как бы... Мы его первый раз вскрывали, он до нас никто там, ну, до нас никто его не вскрывал. И мне самому вот сейчас стало интересно, как же здесь установлены кольца, куда они будут прогибаться. Конечно, да, они перегреты, убиты, сожраны, но я вас, ну, реально, вот кольца еще нигде я не снимал. Они тут уже все в нагаре в таком диком. Сейчас давайте вот ради эксперимента. Если я, ну, был неправ, я признаю. Вообще, на самом деле, ну, это как правильно ставить. Вот. Давайте я сейчас попробую снять эти кольца при вас в видео, и мы посмотрим. Мне самое интересное. Сейчас я их там выковырю, они все тут в говнице таком. Зацепиться как-то за это одно кольцо. Вот, я зацепился. Эх, его буду снимать аккуратно. Оно само выпало. Вот, да? Вот оно вот так стояло. Мы берем его и изгибаем. Оп, смотрите. Никакой магии, мошенничества. Реально, я просто снял кольцо, которое стояло на двигателе завода. Оно изгибается вверх, так же, как я вам и говорил, нужно устанавливать. Вот, видите? Нагар. Как бы я его не переворачивал, я там не лазил. Первый раз. Также износ этого кольца. 70%, 75 осталось. Думаю, видно. Мы его... Выкидываем, она нам уже не нужна. Потом у нас идет где замок? Где-то с другой стороны. Так, а ну, кстати, да, разводку я сбил заводскую. Это да, можно было посмотреть. Далее, снимаем второе кольцо. Она уже там, я расшковырялся. Вот, видите, да, нагар где? От сепаратора. То, что оно так и работало. Я их не переворачивал. Теперь здесь мы проверяем. Я думаю, вы прекрасно видите, что с завода даже. Даже с завода так установлено. Одно вниз смотрит, как я и говорил. Поршень идет вниз, оно сгибается. Ну, там микро-микро, конечно, да. Не прям так оно сгибается, но... Вот. Так что, хотите верьте, хотите нет. С завода, ну, новый двигатель даже так собирается. В общем, вот так. Если будут вопросы, пишите. Комментарий, снимем подробное видео. Движок наш пока собирается. Вот, дальше будут еще нюансы, буду рассказывать по ходу. Вот, всем пока, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, вот так вот. Такую фразу. То, что кто-то говорит, совок говно, Китай хорошо, Китай говно, совок хорошо. Просто все заключается в том, как все собрано. Мне столько попадалось двигателей, которые собраны были через жопу идиотами. Поэтому так оно потом и работает, так оно вам и служит потом, господа. Так что умейте ухаживать, меняйте масло не в 2000, на этих двигателях по регламенту в книжке написано. Откройте свои книжки и почитайте. Если у вас их нету, то в интернете найдите 1000 километров замена масла. 300 километров, потом 600, потом каждую 1000 меняем масло. Так что нужно соблюдать просто это. И вот этот матюль, написано 10-40, но это еще куда не шло в зимнее время. Летнее время только 10-50, 5-50. Нужно смотреть, что нужно заливать в двигатель. Не просто какую-нибудь бадью, матюль, да хер с ним, с этим матюлем. Кто-то еще говорит, он пахнет орешками, малинкой. Я понюхал. Воняет какой-то старой бабкой, если честно. Там он должен быть розовый, еще какой-то. Он мне по консистенции такой напоминает джем почему-то. Ну, чуть гуще, конечно. По цвету, вернее.
Вот, так что нужно собирать правильно, обкатывать правильно и ездить правильно. Потом будет техника служить. Я думаю, все. Всем пока. Точно уже.